клинике «Семейно» открылось амбулаторное неврологическое отделение, рассчитанное более чем на 50 человек. Здесь могут принимать как взрослых пациентов, так и детей. В клинике собрали лучших врачей-неврологов, которые готовы прийти на помощь каждому пациенту. В рамках нашей клиники мы можем предложить пациентам качественный осмотр, обследование по разным неврологическим нозологиям, предложить реабилитацию, физиотерапию, массаж. Можем предложить пролечить в дневном стационаре, оказать высокоэффективную и быструю помощь. Врачи-неврологи специализируются на заболеваниях нервной системы – головного и спинного мозга, периферических нервов и мышечной системы. Частыми причинами обращения к этому специалисту являются невралгия, депрессия, остеохондроз позвоночника, радикулит, повышенное внутричерепное давление, вегетососудистая дистония. Нередко встречаются такие серьезные заболевания, как инсульты и эпилепсия. При этом врачи уверяют, чтобы не стать заложником той или иной болезни, важно следить за артериальным давлением. Очень часто бывает так, что человек не знает про цифры своего артериального давления, списывает все то на погоду, то на стрессовые ситуации. На самом деле, да, действительно, бывает и махровые уже с осложнениями артериальной гипертензии. Головные боли, хроническая усталость, метеозависимость, а также заболевания, характерные в основном для пожилых людей. Все это лечит именно невролог. Все чаще в кабинет этого специалиста стали обращаться молодые люди. Возрастная категория пациентов самая разнообразная. Сейчас очень много молодых пациентов в возрасте от 20 до 30 лет. Возможно, связано с сессией, с нагрузками. Чаще всего они предъявляют жалобы на переутомление, на бессонницу, на метеочувствительность. Мы стараемся и таким пациентам тоже помочь. Помимо высококвалифицированных специалистов, в клинике «Семейная» проводят диагностику самых разных заболеваний. Также опытные специалисты проводят блокаду болевого синдрома. Вас ждут ежедневно по адресу Заводской проезд, дом 1, с 9 до 21 часа. Мария Рудая, Олег Парамзин, телекомпания «Город».